Команда портала Чеховченко.инфо и студия Beauty Nails Ольги Аверьяновой приветствует вас. И мы рады представить вам реалити-проект красоты в городе Чехове «Преображение Мисс Бьюти». Ты мечтаешь измениться и что-то поменять в себе? Ты оказалась в безвыходной ситуации, и тебе нужен совет профессионала? Ты любишь эксперименты и открыта ко всему новому и интересному? Мы поможем тебе. В течение 2 месяца, начиная с 1 апреля 2017 года, наша команда, состоящая из мастеров, визажистов, стилистов, парикмахеров, фитнес-тренеров, косметологов, поможет тебе преобразиться. Мы хотим представить вам нашу команду. Савадика, я администратор тайского спа-салона Тайблис в городе Чехов. Аромат редких трав и экзотических масел, расслабляющая музыка и приветливая атмосфера, восточное радушие. Квалифицированные мастера из королевства Таиланд позволят вам почувствовать легкость и облегчение, снимут напряжение и подарят заряд бодрости и энергии. Добро пожаловать в сказочную атмосферу Таиланда в городе Чехов. Добрый день, меня зовут Ольга Краснова, я персональный коуч. Я помогаю творческим людям показать миру свои таланты. В этом проекте я буду помогать участницам не только почувствовать себя красавицами, но и творчески самореализоваться. Добрый день, я стилист-визажист Ирина Игриян. У меня свой салон красоты в городе Чехове, студия визажа «Сирен». Я буду рада помочь девушкам преобразиться и научу им основам макияжа, подберу лучшие образы и сделаю их красотками. Здравствуйте, меня зовут Никифорова Елена. В этом проекте я участвую как фотограф. Могу получить вам красивые фотографии и раскрепоститься на фотосъемке. Здравствуйте, уважаемые участницы проекта Miss Beauty Преображение. С вами школа танцев «Позитив» и я ее основательница Людмила Старкова. Каждой женщине и девушке от природы заложена пластика, красота, грация и чувство ритма. Благодаря нашим инструкторам вы научитесь красиво двигаться и будете чувствовать себя легко на любой вечеринке. До встречи на проекте. С нами «Затанцуй, любая». Я ароматерапевт Наталья Лешко, основатель мастерской счастья Magic Love. Если вы верите в запахи, то они работают. Если не верите, они тоже работают. Поэтому просто позвольте ароматам удивить вас, вовлечь в свой волшебный мир. И, скорее всего, там вы познакомитесь с настоящей собой. Желаю вам ароматного путешествия и до встречи на проекте. Я Мария Цветкова, являюсь профессиональным психологом. С удовольствием помогу девушкам обрести уверенность в себе и почувствовать себя привлекательными, уверенными и независимыми. Здравствуйте, дорогие участницы проекта «Преображение Мисс Бьюти». Меня зовут Екатерина Гаврюшова. Я представляю бутик цветов «Флоранс», который находится по адресу микрорайон Губернский, улица Земская, дом 14. Я дизайнер и основатель оригинальных фруктовых овощных кулинарных букетов. В рамках данного конкурса я проведу серию мастер-классов по декору дома, а также совместно с бутиком «Флоранс» мы проведем мастер-класс по декору цветов. Я научу вас основам композиции и колористики. Желаю весеннего преображения вместе с порталом чеховчанкаинфо.ру. Здравствуйте, меня зовут Наталья Муромская. Я представляю шоу Woman Style. В нашем магазине вы найдете большой ассортимент одежды, как повседневной, так и для праздников. Мы будем рады видеть вас среди наших клиентов. Здравствуйте, меня зовут Артем Ваала. Я мастер по инновационному омоложению и являюсь представителем, официальным представителем компании NuSkin в России. И у меня есть своя студия «Всегда молода», куда я вас приглашаю. И в этом проекте я помогу вам сохранить свою молодость, свою сияющую и подтянутую кожу надолго. Я вас приглашаю. Уважаемые участницы проекта, меня зовут Воропаева Надежда, и я визажист, а также преподаватель школы Pretty Girl. Я с большим удовольствием подберу вам новый образ, а также сделаю яркий макияж, который максимально подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки. Не бойтесь меняться, не бойтесь быть яркими. И помните, нет некрасивых женщин, есть только ленивые. Меня зовут Боброва Дарья, я хореограф школы танцев «Пятый элемент». Помимо меня, с участницами будут работать наши компетентные педагоги по пилону Марго Бокова и по фитнесу Дмитрий Романов. На протяжении всего проекта мы научим девочек чувствовать себя уверенными на сцене и обучим их грации. Я мастер маникюра Аверьянова Ольга, руководитель студии Beauty Nails. Сделаю ваши ручки красивыми.
В жизни не бывает репетиции, и ее нельзя пережить заново. Но я точно знаю, что каждый новый день предлагает нам новые возможности. Мы, шведский бьюти-бренд, предлагаем программу комплексного стиля жизни «Красота как образ жизни». Ведь настоящая красота основывается на собственной ценности, на ощущении уверенности в себе, на возможности помогать своим близким, на личностном успехе, на любви окружающих. Ведь красивый человек – это счастливый человек. С нашим проектом WellStream вы сможете найти свой источник вдохновения и сможете полностью преобразиться. Наша уникальность в том, что мы помогаем людям быть здоровыми, красивыми и богатыми. Мы учим людей наслаждаться каждым моментом своей жизни. Ведь наша жизнь с нашим проектом станет красочной и полной интересных событий. Цель – быть довольной собой. Меня зовут Юлия, я руководитель оздоровительного центра ArtLife, специалист-нутрициолог, специалист по коррекции питания. Невозможно представить стройное, упругое, подтянутое тело без важного его спутника – здоровья. Красота изнутри, красота снаружи. В проекте мы поможем участницам разобраться в важных нюансах здорового питания с дегустациями вкусных, здоровых блюд. А также участниц ждет очень приятная и необходимая при снижении веса процедура пресс-терапии. Мы желаем вам успехов и до встречи! Всем привет! Меня зовут Аня. Я представляю лабораторию флористики LAV. Наша задача в этом проекте – раскрыть в девушках талант искусства, красоты и творчества. Мы научим наших участниц создавать необыкновенные композиции из сухоцветов, а также проведем мастер-классы по фитодизайну. Не пропустите, будет очень интересно. До встречи! А также в нашей команде замечательный фотограф Виктор Смирнов, прекрасный видеооператор Андрей Костенский и спонсор загородный Прованс Отель 4 сезона. Уже совсем скоро мы узнаем имена 5 счастливец, 5 девушек, которые будут преображаться с нашей командой. Стань ты участницей проекта «Преображение Мисс Бьюти». Еще есть время. Загрузи свою фотографию в наш альбом ВКонтакте до 26 марта. Девушки преображаются в нашем проекте совершенно бесплатно. Мы дарим красоту тем, кто о ней мечтает. Ведь весна – это время преображения. Мы ждем тебя!